За мной, ребята! Он ушел! Давайте быстрее! Смотри, какая хорошая машина, Патрик! Ага, да, классная! Погнали, покатаемся! А я не знал, Спанч Боб, что ты умеешь так ездить! Стойте! Стойте, ворюги, стойте! Привет, друзья! С вами я, Кекс, Мультипульти, всем вкусняшек и мороженок. И сегодня новая серия по игре GTA 5 Аниматроники. Серия называется «Как Спанч Боб и Патрик стали Wizard Аниматрониками». Итак, ребята, смотрите, вы все видели, Спанч Боб, Сквидвард и Патрик угнали машину у злодеев, но они не знают, да. А чего мы не знаем? Они не знают, ребята, что эта машина принадлежала не Фредди Крюгеру. Эта машина принадлежала бабке Грэнни. Бабке Грэнни. Это одна из ее любимых машин. Она у нее в коллекции. Понятно вам? Понятно. Так, ребята, сейчас я испытаю эту машиночку на прочность. Говорят, она очень крутая. Сейчас я попробую заехать на одну из крыш. Давайте, ребята, разгоняемся. Давайте, так, отлично. Давайте. Блин. Кстати, вы думаете, что я забыл про челлендж на рампе? Нет, ребята, я не забыл про этот челлендж. Этот челлендж будет в конце видео. И вы посмотрите, кто будет на этом челлендже. Так, давайте, а ну-ка, сюда. Ну, да блин. Не получается мне попасть. Сейчас еще разгончик, сейчас мы Спанч Боба и Патрика, а я засандалю на крышу какого-нибудь дома бикини-ботома. Они молодцы, они втихаря стырили машину. Так, поехали, отвезем Сквидварда домой. Я не хочу домой. Ладно, никто тебя домой не отвезет. Блин, не получается залететь на эту крышу. На какую-нибудь одну крышу хочу залететь. Блин, сейчас я вот этот, на этот шпиль хочу залететь. Вот сейчас, так, разгон. Так, полетели. Летим. Ну, опять перелет. Да чё такое? Ладно, останавливайтесь, Спанч Боб, Сквидвард, Патрик, все, накатались, хватит. Да, мне кажется, разозлили они бабку Грэнни, ребята, да. Гадкие ворюги! Ну все, сейчас я им устрою! Айси! Ребята! Нифига себе! Бабка Грэнни летит в бикини-ботом! Да, сейчас будет что-то очень крутое! Сейчас будет какой-то жесткий эпик, так? Бабуся, не трогай! Бабуся! Ой-ой-ой-ой-ой! Все! Бабуся! Баба! Все, ребята, это капец! Сматывайтесь, Сквидвард, Патрик, Спанч Боб! А куда мы будем прятаться? Да сваливайте куда-нибудь, капец, бабка разозлилась! Сейчас я вас заколдую, чтоб вы стали железными! Превращайтесь в железяк! Нифига себе, бабка разозлилась, не на шутку. Патрик, сваливай. Так, смотрите, Спанч Боб, походу, уже расколбашен. Так, кто там? Патрик. Патрик, давай убегай, Патрик, бедный Патрик. Сейчас его бабка зажарит или холодом разобьет. Ворюги!
Да убегай, да Патрик, да сваливай! Капец, бабка не на шутку разошлась! Превращайтесь в железяки! Ничего себе! Какие железяки? Ты чё, бабуся? Бабуська, успокойся! Грэнни, не трогай! Не трогай, Грэнни! Давай сваливай, Патрик! Давай, чеши! Крути педали, пока не дали! О, Патрик, хоть зашевелился! Давай, 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 убегай! Сейчас его бабуля зажарит! А этот куда делся? Да всё, Спанч Бобу, всё, кирдык ему! Бабка, успокойся! Нет! Превращайтесь в железяки! I see you! Да, ребята, это капец. Бабка уничтожила всех. Все, нету ни Сквидварда, ни Патрика, ни Спанч Боба. Ребят, если вам нравится этот видос, а там вас ждет такое, такое вас там ждет, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите крутой комментарий. Так, ребята, Спанч Боб живой! Спанч Боб живой! Фух, так, отлично. Спанч Боб живой? Так надо теперь найти всех остальных. Патрика и Сквидварда. Так, в машину, Спанч Боб. Давай в машину. И пойдем их искать. Так? Это что? Это что такое? Это что за фигня? Капец. Это же не Спанч Боб. Вернее, это Спанч Боб, только заколдованный. Это же аниматроник! Это же Бонни! Это же Визард Бонни, Спанч Боб! Бабка Грэнни превратила Спанч Боба в Визард Бонни! Вот это жесть! Ребята, это лайк! Это однозначно крутячный лайк! Ребята, кому нравится Спанч Боб, который превратился в Визард Бонни аниматроника, обязательно поставьте лайк! Ладно! Нифига себе, какой он крутячный! Я вообще в шоке, реально, как это могло случиться, бабка реально колдунья. Так, надо сейчас Патрика найти, и давайте найдем этого, Сквидварда, где они, где-то здесь, по-любому они в бикини ботом, ребята. Визард аниматроник, Визард Бонни, капец, Спанч Боб, Визард Бонни, это жесть, аниматроники... Аниматроники рулят, ребята. Так, ищем Сквидварда и Патрика. Так. О, тихо. Ты только глянь. Нет, ты только глянь. Капец. Патрик, это ты. Ты кто? Это Спанч Боб, ты чё? Чё со мною? Чё со мною? Капец! Это же Фредди! Это же Визард Фредди! Он... Патрик стал Визард Фредди! Вообще улётно! Вот это замес! Она их превратила в железяки! Они же железные! Она превратила их в аниматроников! Так, надо Сквидварда найти! Я представляю, что сейчас будет со Сквидвардом! Так, ищем, ребята, ищем Сквидварда. Сквидвард должен тоже стать аниматроником, это жесть. Смотрите, какие они крутые. Они реально просто нереальные, вот это я сказал. Так, где же этот Сквидвард? Блин. Вообще-то, Сквидвард, наверное, у себя дома. Капец, вы слышите? Спанч Боб разговаривает, как Бонни Визерет. Так, а ну поехали домой к этому Сквидварду, так? Давайте, ребята, давайте, шевелитесь. Вот это жесть! Это просто капец! Это нереально! Это просто супер! Здоров, Сквидвард! Сквидвард! Вы кто такие? Ой, мне плохо, мне тошнит. Жесть! Это же Голден Фредди! Это Визард Голден Фредди! Он превратился
Сквидвард превратился в Визард Голден Фредди. Это просто эпик. Бонни, Визард аниматроники стали Спанч Боб, Сквидвард и Патрик. Вернее, Патрик, Сквидвард и Спанч Боб стали Визард аниматрониками. Какие они крутые. Ребят, напишите в комментариях, какой из этих трех аниматроников вам нравится больше всего. Бонни, Фредди или Голден Фредди? Или наоборот, Спанч Боб, Сквидвард или Патрик? Напишите, напишите, кто вам больше всего нравится. А я под вашими комментариями тоже напишу, кто мне больше всего нравится. Итак, ребята, поехали в центр. Сейчас мы поедем в центр города. И я по старой нашей доброй традиции обязательно так полетели, спущу этих аниматроников с рампы, как и обещал. Но я же не знал, что их бабка Гренни превратит Спанч Боба, Патрика и Сквидварда в аниматроников. А я в шоке. Так, тихо-тихо, куда? Да куда мы? Да вы чё? Вообще, чё это было? Чё это было? Вы чё? Я хочу на рампу! А Бонни такой же, как и был раньше. Он хоть и Спанч Боб, а всё равно такой же противный. На рампу, я сказал, на рампу. Так, все в кабине, никто не упадет. Давайте. Так, ребята, у меня челлендж продолжается. Мы должны встать на колесики. Разгон. Ой, извините. Разгон. Разгон, разгон. Так. Ускоряемся. Набираем скорость. Я в шоке. Визор, это аниматроники у меня. Спанч Боб, Патрик и Сквидвард. Осторожно, осторожно, осторожно. Не съесть эту срампу сейчас. Давай, 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 давай. Сейчас полетим. Давай, давай, давай. Полетели. Летим, блин. Капец. В кузове никого-то не было, чтобы уравновесить эту точилу. Блин. Все, мы не станем на колеса. А так хотелось. Капец. Так. Ух ты. Это жесть. Молодцы, молодцы. Вот это я понимаю. Визард аниматроники. Я даже не знаю, как их называть теперь, ребята. Это Визард или просто называть Спанч Боб? Как их называть теперь? Как вас называть? Я вообще-то Бонни. А я Фредди. Да, но это же Спанч Боб. Это вылитый Спанч Боб. Вы только ему в глаза гляньте, вон он. А вон Патрик и Сквидвард. А я Патрик. О, а это Патрик, капец. Но они реально крутые. Они реально крутые. Особенно мне нравится цвет Бонни и Голден Фредди. Он как призрак. Ну чё, ребят, если вам понравился мой видос, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите крутой комментарий и нажмите на колокольчик. А сегодня вот кто попал ко мне в видео. Я поздравляю Олю Чудову, Оксану Ким, фанат GTA, Карта Черви, Артем Балябин, Игорь Сергеев, Кирилл Журиков, Рустем Валилуев, Супер Алан, Супер Алан. Дальше Джонни Кейдж, Денис Неверец. Так, Рома, Котик, Вова, Королёв, Игорь Сергеев, Александр Матвеев, Той, Бонни, Акс, Фокси, Ярослав, Анасенко, Тес, Мини, Песни и Музыка и Мурведре 57. Я вас поздравляю, ребята! Ваши комментарии попали ко мне в видео. Ну все, пока! С вами был Кекс Мультипульти, а завтра новый видосик, не пропустите!